Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с Ильей отправляемся в поездку в океанариум. Данная поездка на человека стоит у нашего гида 260 юаней. Оставайтесь с нами, впереди будет много интересной и полезной информации. Дорога заняла у нас 40 минут. Океанариум находится в той же локации, где парк со стеклянным мостом и где проводят вечернее шоу. Но одновременно они не проводят комбинированные экскурсии, чтобы посетить сразу несколько локаций. Вот приходится ездить несколько раз. Разнообразить отдых в Эйхае и окунуться в жизнь обитателей морских глубин, а также морских животных, можно в океанариуме, который находится неподалеку. Огромное количество животных и рыб размещены на площади более 52 тысяч квадратных метров. Первый этаж океанариума украшает большой корабль. Эта локация будет интересна как детям, так и взрослым, а также любителям красивых фотографий. За 20 юаней можно купить салатик и покормить черепашку. Встречаются сувенирные лавочки, где вы можете купить сувениры на память об океанариуме. Да ты ж красавец! Рисуют деткам аквагрим. А мы идем вовнутрь корабля. Тут у нас акулы. Ух ты, Илюха, мы на настоящем пиратском корабле. Под нами акулы. За отдельную плату предлагают дайвинг с рыбами. How much? 298 юаней с человека. А по времени? 20 минут? 20 минут. На территории океанариума встречаются лавочки с напитками и мороженым. Есть вот такое импровизированное кафе в виде лодочек. А здесь можно взять на прокат красивое платье или костюм русалочки. Даже чуточку подкраситься и сделать красивые фотографии. Вот маленькая принцесса. Скажи, зато смотри, как я плаваю. Ты видишь этих красавцев? Они похожи на какого-то мужика. Белуха – это крупное млекопитающее, семейство нарваловых, под вид зубатые киты. Это животное – среднее звено между дельфином и китом. Внешние формы имеют сильное сходство с дельфином, ну а по крупности напоминает кита.
В быту его называют полярный дельфин. Мы набрели еще на одно такое большое кафе, где полноценные прям большие такие блюда. Лапша с мясом, с морепродуктами, пельмени. В среднем цены на блюдо 26, 28, 24. Можно перекусить. По расписанию несколько раз в день в океанариуме проходит шоу русалок. Вот, как вы видите, желающие заняться дайвингом вместе с инструктором плавают среди рыбок. В основном, кстати, плавают дети. Взрослых пока не видели. Вот вам для справочки вход в дельфинарий. И также здесь висит расписание представлений. Перед началом шоу ходят вот такие парни с рекламой, предлагают сфотографироваться с дельфинами после шоу. Ассортимент рыб и млекопитающих поражает. От миниатюрных аквариумных рыбок до 5-метровых белух. Завораживает раздел с медузами. Медузы, несмотря на свой странный вид, относятся к царству животных. Существует множество разных видов медуз. Они различаются цветом, размером и, конечно же, степенью ядовитости. Так, мы проходим мимо магазина, а точнее через него. Здесь и различные товары, сувениры, все как полагается в океанариумах. Куча корабликов, всяких различных игрушек, мыльных пузырей, шляп. Все, что может вам напомнить о море. Мы вышли из океанариума, здесь есть также вот такие игровые зоны для детей. Вот такие лазалки экстремальные, горочки. Можно провести еще весело время, ожидая всю группу. Посредине располагается вот такая вот клетка. В ней обезьянки и павлины ходят.
не знаю, через сеточку, наверное, не очень хорошо видно, потому что такой двойной слой. Обезьянки вон сверху сидят под потолком, а тут снизу павлинчики гуляют. Близко и качественно посмотреть на павлинов, обезьян и прочих животных вы можете в нашем выпуске из сафари-парка, который мы тоже посетили, отдыхая в Эйхае. Здесь зона для деток помладше, вот такие батутики, горочки, типа скалодрома, и маленькие вот такие вот попрыгушки. Илюх, предлагаешь нам прокатиться на качели? Да. Ну, давай, садись. Ну и как тебе? Нормально. Как тебе в целом океанариум понравился? Да. Советуешь его нашим зрителям? А что тебе больше всего понравилось? А? Белуги понравились, дельфины. А пингвины? Пингвины тоже. И эти медузы. Медузы классные, да. Ну что, дорогие друзья, посетили мы океанариум, прошли все три этажа, посетили шоу русалок, шоу дельфинов. Данный океанариум мы рекомендуем к посещению. Надеюсь, информация была для вас полезной. Спасибо за просмотр. До скорых встреч!